Диплом о высшем образовании получили сегодня будущие государственные и муниципальные служащие. И те, для кого учеба в этом престижном вузе стала возможностью получить второе высшее образование. Выпускников чебоксарского филиала РАНХИКС поздравил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Долгожданные дипломы получили 146 выпускников академии. Большинство из них уже работают в сфере государственного и муниципального управления и прекрасно понимают степень своей ответственности. Работодатели тщательно отбирают претендентов на должности. Это практически государственная муниципальная служба. Перебираем, конкурс объявляем. В отдельных случаях до 15 человек предоставляют на разные конкурсы. В отдельных случаях на отдельные должности очень сложно подбираем кандидатуры. Глава Чувашии призвал вчерашних студентов быть амбициозными и с молодости выстраивать свою карьеру. Чтобы стать управленцем высокого класса, понадобится годы. Сегодня филиал является достаточно динамично развивающимся учебным заведением. И, безусловно, ресурс этого развития – это поддержка со стороны органов власти. Безусловно, в лице главы Чувашской республики, в лице администрации главы республики, кабинета министров, муниципалитетов, с которыми у нас очень тесные такие рабочие отношения. Диплом – это еще не открытая дверь в успешное будущее, но хорошая, прочная основа. Благодаря полученным знаниям выпускникам будет легче выстраивать свой трудовой путь. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика.